Всем привет! Мы в подземке. Находимся в арене. Давайте еще разок. Во-первых, полечимся. Починимся. И майка поизносила. Что-то мы давно порядок себя не приводили. Для разминки можно начать. С арены опять. Пока нормально. Ладно, счета хватит. Понравилась мне она. Наверное, потому что мы слишком легко побеждаем. Готов к следующему матчу. Хорошие новости. Или плохие, я не знаю, зависит от точки зрения. Для тебя зверья больше нет. Будешь биться с крушителем. А кто это? Раньше был хорошим гладиатором, но потом начал чернить Карнифекса, одного из величайших и самых любимых гладиаторов в истории арены. И не успел я глазом моргнуть, как все уже ненавидят этого парня настолько, что какой-то зонер из толпы пытается выстрелить ему в лицо. И больше он не боец для прайм-тайм. Он скатился до драк с дуренями, претендентами вроде тебя. Если ты его задоминируешь, то можешь привлечь к себе внимание. Отказаться мы не можем. Ух ты. Добро пожаловать обратно, любители кровавых зрелищ. Мы здесь все собрались сегодня, чтобы стать свидетелями и получить удовольствие от мощного столкновения. Давайте что-то сначала во имя пульверизатора, в общем, что-то там. Бывший гладиатор, теперь... Ему приходится драться со всяким отребьем. Это плохое стечение обстоятельств для него, но может быть он сможет пробить путь наверх. Прольется ли сегодня кровь? Давайте выясним. Не надо. Ух ты! Вы чувствуете, да, начало? То есть мы его даже не оглушили? И вот так. Сейчас оглушили. Оценили? Мы разбили камеру, и нам засчитало как убийство и дало вторую очередь. Ку-ку. Сколько у него там осталось? Ух ты, он толстенький. 257. Но счета у него теперь нет. Делаем так. А, перезарядка! Так. Сделаем раздвоение. И... А, нет, это только для дальнего боя. Горит и боится. Иначе драться не будет. Потушим. Холодно, горячо, холодно.
Очень холодно. Может, можно его оставить? Он сейчас опять ко мне побежит. Еще морфинов. О! Наркоманам не место среди нас. Наш дом борется за звание дома высокой культуры и быта. Я израсходовал всю психическую энергию. 45. А с винтовки 76. На 49 критический. Из винтовки. Во что парень одет? Что-то бронебойное. Сейчас мне будет больно. Холодно. А что-то у него много всего. А, у него прямой урон уменьшен на 50. Очки передвижения уменьшены на 20. И усталость. Будем, значит, подмораживать. Пока не остынет. Сейчас он должен морфин накрыть. Гипотермия, телосложение уменьшено на 3. Он кувалдой не может махать. Меня нельзя доминировать. Вот так. Вот морфин ему пришел, 28. Но я же его сейчас убью. Остановить бы никак было. Джангл доминирует. Только что твой противник, крушитель, был повержен. Хотите еще увидеть выступление джангла? Или эта молодая кровь пойдет сегодня так же, как пал крушитель? После перерыва мы это выясним. Такое ощущение, эти гладиаторские бои – наш путь. Местные знати. Бойцов все любят. Ланиста. Это был адский бой. Хорошая работа. Теперь приготовься, у меня есть хорошие новости. Некоторым людям наверху очень понравились твои выступления. Он делает драматическую паузу. Ты будешь в прайм-тайм, претендент. Пока не гладиатор, но тебе нужно победить одного из них, чтобы заработать этот титул. Но это все равно круто. Подумать только, чуть было не выбросил твою заявку. Теперь я собираюсь запланировать твой первый матч в прайм-тайм. Зайди чуть позже и будь готов доминировать. Он смотрит на вас несколько секунд с растерянным выражением на лице, как будто недоумевает, почему вы еще здесь. Наконец скидывает в брови в момент озарения. Ой, я забыл твою награду. Почему ты молчишь? Он сует вам в руки 200 хоронов. Вот, теперь отдохни немного и увидимся. Закончить диалог. Между делом заработали где-то в общей сложности 500 хоронов. Грушу мы поколотить не можем. Мы пока отсюда свалим в район бара. Благодаря вашей наблюдательности мы обнаружили искомого господина. К вам подходит человек в мантии. Гарри, я хочу поздравить вас с победой. Ваш последний матч – само совершенство. А я не знал, что монахи смотрят бои. Ну да, матч был неплохой, а вы кто? Я Гарри, энтузиаст. Кровожадный маньяк, так сказать. Он улыбается.
надеюсь, я не слишком назойлив, но вау, ваши успехи впечатляют. Вы привлекли внимание толпы необычайно быстро, скажу я вам. Это замечательно. Такое случается очень редко. Мне интересно, вас, как бы это сказать, не поддерживает ли вас кто-либо из семей? Вы имеете в виду олигархов? Точно. Итак, я прав? Я работаю на преторианскую службу безопасности, если вы это имеете в виду. Он кивает. Да-да, я так и думал. А вы-то, похоже, любитель арены. Много знаете про нее? И я просто энтузиаст. Я был им в течение многих лет, а вы новичок на арене, обладаете большим потенциалом. Я много знаю про гладиаторов, с которыми вы будете сражаться. И судя по вашим умениям, у вас впереди еще не один матч. Я просто хочу вам помочь. А вам что, с этой помощью хотите, чтобы я заплатил вам за информацию? Нет, я энтузиаст, как я уже говорил. Я просто получаю удовольствие от арены и всего, что с ней связано. Но в последнее время все стало слишком привычным. Я чувствую, что вы можете встряхнуть это место, и именно поэтому я, честно говоря, не хочу, чтобы вы погибли слишком быстро. Так уж вышло, что я знаю, кто ваш следующий противник, и могу предложить небольшой совет. Ну, вы знаете, на основе просмотров его гладиаторских поединков. И как же вы стали таким энтузиастом? Уже много лет арена является моей страстью. Я обожаю все. Бои, жесткие смерти, мастерство участников, театральность. Я редко пропускаю матчи, и хоронов, которые я вложил в нее, хватило бы, чтобы восстановить все железные дороги Южной подземки. Он смеется. Это мои трубы и бочки. Арена мои трубы и бочки. Она мне никогда не надоест. Увидимся позже. До свидания. Энтузиаст. Сосед. Майор. Итак, благодаря вашей наблюдательности, человек, обладающий умением «так видно, так не видно, так видно, так не видно», обнаружен. Вот он, Даниэль Арда, брыжущий непонятно чем под видом усилителя физических кондиций. Мужчина, к которому вы подошли, на первый взгляд ничем не примечателен. Среднего роста, среднего телосложения, со средним количеством грязи на одежде. Однако, завидев вас, он немедленно опускает полупустую бутылку, снимает очки, демонстрируя зияющую дыру на месте левого глаза, и ждет вашей реакции. Не дождавшись, он усмехнувшись, надевает очки и заводит разговор. Здравствуйте, как ваши дела? Хорошо говорить? Рад это слышать, честно рад. Меня зовут Даниэль Арда. Рад познакомиться, друг. Вы знаете, что я знаю, зачем вы ко мне подошли? Он улыбается. Не думаю, что вы на самом деле знаете, зачем я к вам подошел. Но вы же пришли, чтобы купить Геракл. Геракл? О чем вы говорите? Он смеется. Геракл – это самый мощный боевой стимулятор, известный человечеству. Вы, должно быть, думаете, что я сошел с ума, что я это все придумал, но нет, это правда. Не просто так он называется в честь знаменитого мифического героя Старого Мира. Геракл дарует вам невероятную мощь мгновения ока, увеличивая вашу силу, ловкость, реакцию за грань возможного. Как говорят местные, вы будете доминировать. У меня уже много довольных клиентов. И ни одной жалобы. Какие еще доказательства вам нужны? А? Извините за любопытство. Могу я узнать, как вы потеряли глаз? О, друг, что я вам сейчас расскажу, было для меня очень болезненным опытом. Помню, как будто это случилось всего год назад, потому что это случилось около года назад. Он смеется. Тогда я торговал на свалке. Ужасное место для честных купцов вроде меня. Преступники не сводят с тебя глаз, куда ни пойди.
хотят украсть все твои пожитки. Просто ужас. Я сглупил, сказать по правде. Я знал, каково там будет, но не смог подготовиться. И вот представьте себе, два рослых молодых человека уже направляют на меня оружие и просят меня передать им все свои заработанные честным трудом деньги. Я отдал им все. У меня не было выбора. А им было мало. Жестокие подонки. Они стали кидать в меня камни. И однажды один камень, острый как бритва, угодил мне прямо в глаз. И он указывает на шрам. Вот. Когда я упал на землю, крича от боли, они подошли ко мне и пнули меня несколько раз. Но это уже мелочь. Сволочи. В тот день я сказал себе, что найду способ сделать человека сильнее, чтобы он мог сопротивляться подонкам и сволочам, таким как те двое. И вот он, Геракл. Расскажите немного о себе. Ну даже не знаю. Я родился в бедной, очень бедной семье. У меня было 9 братьев и сестер. 9. Я был среди них старший. К несчастью, утечка газа и случайная искра значительно сократили наши ряды. Выжили только мы с отцом, потому что мы тогда были не в лачуге, а на рыбалке. Он вздыхает. Папаня тоже долго не протянул. Однажды он просто взял веревку и покончил с собой. Я был безутешен. Тяжелое у вас было детство. Он вздыхает. Я бы предпочел об этом не говорить. Жизнь сложна, но для некоторых она гораздо сложнее. Гораздо. Понимаете, о чем я, да? Тем не менее, моя жизнь наладилась. Постепенно, монета к монете, я медленно карабкался наверх. Теперь посмотрите на меня. Я довольно успешный торговец и собираюсь стать еще более успешным. Ваше здоровье. Он делает глоток из грязной бутылки. А можно мне послушать, что вы думаете о Курсите? О, друг, каждый раз я приезжаю в Курсите, действую по плану. Сперва я здесь отдыхаю в баре Хардкор, болтаю с милашкой Гарет. Ну, знаете, о чем я, да? Потом пойду посмотреть, кто дерется на арене. Отдыхаю. Потом время заняться делом. Я торгую здесь, торгую там. Потом обратно в бар, отдыхаю. Быть странствующим торговцем — трудная работа. Он смеется. Правда, мне здесь нравится. Намного лучше, чем на свалке. Или в какой-то другой дыре. На Литейной тоже неплохо. Тоскливо и воняет, правда, но неплохо. А можно мне попробовать вашего Геракла? А я уже было начал беспокоиться, что вы не станете покупать. Он смеется. Я продаю, скажем, 600 хоронов за дозу. Но поскольку вы новый покупатель, я сброшу до 500. Так будет честно. Это очень много денег. Неужели ингредиенты настолько дорогие? Послушай, друг, позволь мне сказать одну простую вещь. Когда мы говорим о цене продукта, то все думают только о затраченных материалах. А как насчет денег, потраченных на разработку, на исследование, на оборудование для производства, тестирование, на доставку покупателю? Мне продолжать? Таки молодой человек. Это дорогого стоит, мой друг. Поэтому и цена столь высока. По рукам. Отлично, вижу, вы понимаете, что к чему. Он смеется. Заплатите ему 500 хоронов. Пожалуйста, это ваше. Он дает вам дозу Геракла. Просто сделайте инъекцию прямо в вену и наслаждайтесь силой. Эффект немедленный. Если вы хотите, вам придется подождать. У меня мало осталось, но в следующий раз я вернусь с большой партией. Бизнес будет процветать, мой друг. А можно мне еще Геракла? Он смеется. Я рад бы продать вам еще, но у меня осталось всего несколько доз, и я уже обещал их кому-то другому. Но я привезу еще, не волнуйтесь, потерпите немного, друг. Тогда я пойду, до свидания. Угу. Порошок у нас, что с ним теперь делать? Вот он. Надпись на этикетке гласит просто «Геракл». Использование увеличивает силу, ловкость, подвижность и телосложение на 5-10 ходов. Но какой ценой? 2 очка действия на использование тратится. Стоит 350. Мы заплатили 500. Но это наша... блестяще умение торговаться. Еще бы немножко поторговались и купили бы за 1000.
Я думал, что мы поговорим с барменом, и он ему его подольет или подмешает в пойло, и мы посмотрим, что с ним будет. Я здесь, чтобы попросить вашей помощи с Даниэлем Орда, да? Пока ничего нет. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. А заставить его съесть тоже не получится, наверное. Красавчик нас предупредил. Только не на себе. Есть идея, поехали домой. Не помню, в бочке складывал, что-то что-то не помню и все. Четыре ампулы. А, они набросали мусор, да неужели? Действительно, планы курсите, вы смотрите. Пока мы бродили туда-сюда, они набросали мусор в бочке. Вот тут мы что-то складывали. Берем все, едем домой. Я только не помню лифт где. Дома у нас и химики, и инженеры. Кто-нибудь, да... Доктор опять же. Анализ сделает. Один момент. Ошиблись двери. JKK нам бы еще как-то посетить. Я не помню, мы сдали квест или опять отказались? По-моему, опять отказались. Нам надо разобраться, как выйти на JKK. Привет. Едем домой. Сначала к себе мусор скинем. Жилые помещения. Заодно сейчас оценим свои запасы патронов. Во-первых, пятерки. Шершень 8,6. Ну, не нужен. 425, 330. Хорошие щиты вот эти. Лазерные пистолеты. Заточку. У нас, по-моему, есть уже заточка, но мы сложим тоже. Стрелы арбалетные. Еда почему-то отдельно. Ни в одном... Плоти. Семилитровый оставлю как валюту. Взрывчатка.
Зажигалку будем, вдруг кто-нибудь попросит закурить в темном переулке. Не ту кнопку нажал. Ядрёна кочерышка. С какого места? Я думаю, вот с этого. Обалдеть, сколько у нас всего. Заодно инвентаризацию проведем. Руки у нас до сих пор из... Поэтому делать ничего не можем. Компонентов. Целый шкаф. Ой-ой-ой-ой. Уже лишка пошла. Хотя нет. 44 не нужен. Ножик остался. Кислотный пистолет тоже оставим. Надо их все-таки испытать, посмотреть. Все, вроде бы лишнего ничего не взяли. До сих пор перегруз. Нам не нужен. Биолог. У нас есть лаборатория биологии. Агрономы. Ну, они же биологи. Мы же ему привозили сюда животное на исследование. Я бы хотел, чтобы проверили некое вещество. Просто не целясь. Он медленно оборачивается. Это что-то вроде боевого стимулятора под названием Геркулес. У меня есть причины полагать, что оно может быть вредным для человека. В таком случае вам нужно показать это Паскуалю. Он может провести тест и сказать точно, какое воздействие оно оказывает на орган человека. Спасибо за информацию. До свидания. Он кивает и возвращается к работе. Значит, все-таки к доктору. Она обмен. Прерывает работу, откладывает нож в сторону и осторожно снимает перчатки. Конечно. Коктейли мы возьмем. Он просто не стареющий. Ингредиент любого боя. Газовая граната, зажигательная. Инъекция адреналина. А. Нам не нужна фана. Нам от него ничего не надо. Кроме того, что мы купили. Значит, к доктору. Шестой этаж, пожалуйста. Лазарет и тир. Диски прибери. Гантельки валяются. Какая у тебя программа? Самая лучшая. Понял? А ты качайся. Паскаль. Здравствуйте, Джангл. Здравствуйте, доктор. У вас есть что-нибудь на обмен?
она дали нам что-нибудь на обмен? Мы, по-моему, если только ему нужно. 4 вот этих вещества, которые мы так ни разу и не использовали еще. Пси-усилитель. А, ну вот мы его и продаем. А вот так мы ему приплачиваем. Ну ладно. Цена насекомого 250-300. Мало весит, и ладно. А теперь, доктор, я хотел, чтобы вы проверили одно вещество. Я могу это сделать, пожалуйста, скажите мне, в чем дело. У меня есть основания считать, что это боевой стимулятор, называемый Геракл. Показывает негативное воздействие на человеческий организм. Оказывает. Мне нужно его проверить, чтобы быть в этом уверенным. Боевой стимулятор? Звучит не очень хорошо. Исходя из моего опыта, могу сказать, что применение подобных веществ зачастую может вызывать проблемы со здоровьем. Но давайте сначала проведем исследование и узнаем, с чем имеем дело. Потерпите, пока я проведу несколько тестов, это не займет много времени. Паскаль покидает кабинет. В ожидании вы коротаете время, прохаживаясь по комнате туда и обратно, играя с ручкой, оставленной на столе, и рассматривая трещины в потолке. Вскоре он возвращается, как и обещал. К этому моменту вы как-то забыли, куда положили ручку, которую взяли со стола. Ну да ладно. Это невероятно. Вы были правы насчет этого препарата. Но называть его последствия негативными – это сильное преуменьшение. Расскажите, пожалуйста, что вы обнаружили? Это вещество, Геракл, как вы его называете, по сути смесь разных синтетических гормонов, которые воздействуют на различные органы и ткани в организме, значительно повышая их производительность, но только в течение короткого периода времени. Такая бомбардировка гормонами толкает тело за пределы его возможностей и может привести к ужасным последствиям, возможно даже к смерти через относительно короткий период времени в зависимости от организма человека. Насыщение метаболитом в мышцах в конечном итоге вызовет болезненные судороги, учащение пульса и повышение кровяного давления. Это все станет причиной головных болей и могут привести к остановке сердца, а также потери концентрации. Послушайте, это только верхушка айсберга. Тут также вредно для здоровья количество тяжелых металлов. Не смею даже думать, где и как это было изготовлено. Где вы нашли эту гадость? Некий парень продает это в Кор-Сити. Ох-хо. Мне нужно его разоблачить, и чтобы это сделать, мне нужны доказательства. Могу ли я получить задокументированные результаты тестов? Конечно, вот, держите, все здесь. Он протягивает вам флеш-накопитель. Спасибо, Паскаль, вы сделали большое дело, увидимся. А у нас выступление на телевидении. Мы сейчас пойдем в эту тайную комнату. Подключимся к вещанию. Кор-Сити. Нам и в литейку надо там какую-то ячейку каких-то кого-то искать. Но нам некогда. Мы заняты. Вот сюда, по-моему, вниз. Надо сохраниться, а то вдруг там опять. Поселился какой-нибудь бабай. Мы одного там в коридоре привалили уже. Не здесь. Здесь должно быть. Бабай Ножикович Темноуглов. А эти так и валяются, никому не нужные. Здесь все взломано. Шкафчик мы почистили.
Ну давайте. Освежим атмосферу в городе. Добро пожаловать в терминал управления объявлениями JKK6. Core City вход. Пожалуйста, выберите одну из опций. Добавить объявление в программу. Текущая программа «Смертельный забег», объявление 1, арена сегодня, объявление 3. Загрузить результаты теста Геракла и вывести их на экран. Операция выполнена успешно, файл добавлен в программу. Завершить работу. Да выйди. Свет потуши. Отпечатки стер. И вот уходишь без перчаток. Сейчас нужно найти. Того, кто нам дал это задание, по-моему, он у платформы стоит. А где, кстати, мне интересно посмотреть. Арена, как и была. Это лифт. Этого хватит или нет? Вот он стоит. Был отдельно сохраниться. Ахат. По мере того, как вы приближаетесь, вы видите, как выражение его лица становится крайне довольным. Однако его взгляд остается холодным. Прекрасно. Должен сказать, мне нравятся ваши методы. Сначала я удивился, когда увидел, как реклама превратилась в нечто совершенно иное. Но после того, как я наконец понял, на что смотрю, он хмыкает. Я доволен. Вы можете сообщить Джеку, что оставшиеся деньги он получит в течение часа. Что касается меня, я покидаю вас. До свидания. Я всегда выполняю свои контракты. Но это слишком как-то... До свидания, до свидания. Получили 3000 опыта. Просто за ни за что, мы же ничего не делали. Видели человека, который стоит у нас перед носом. Конечно, красиво, что мы нашли эту комнату, но мы ее нашли случайно совершенно давно. Я хочу в бар заявиться, посмотреть, там ли этот чудик. И что думает бармен. И можно ли было как-то его использовать, потому что он же предлагал помощь. Ну, наверное, он бы тогда рассказывал всем про него в баре. Но это как-то медленно. Ну, то, что мы получили 3000 опыта, это примерно максимальное, я так полагаю, среднее количество за квест. Может быть, даже самое больше было только за литейку, там нас прямо золотили. Но 3000 это тоже хорошо. Впереди еще долгий путь, конечно, до уровня, но темпы хорошие. Джеку надо сказать. Ага, нету. Джек. Я выполнил задание Ксандера. Действительно так, он дает вам 400 монет. Пожалуйста, что-нибудь еще? Покажите, что у вас есть на обмен. Давненько мы с ним не обменивались, у него и отмычки, и практически все. Им нужны арбалеты и одна кожаная броня. А шапочка у вас? Как давно ваши вещи были для нас интересные? Наши отмычки где? 31 простая, 25 сложных. Простых возьмем. Что он там еще предлагал?
Я хотел бы побольше узнать об организации. Я думаю, рановато еще. Помощь пока просить не будем. Здесь написано, поговорите, когда закончите все задания. Вот мы с ним потом поговорим. Нам нужен Ленокс Пирс. На Южных Воротах мы же там только что были дома. Я забыл совсем, что он там. И в Литейке. Найти их одну из ячеек. Бармен. В курсе ли он? Нет, все, просто нет никаких вариантов, к сожалению. Он смеется. Так лоб наконец-то ушел. Это все, что он сказал. Ладно, один оставим. А, ему 5 не надо, ему 2 только надо, я читаю. А жена как, не расстроилась? Прости, солнышко, у меня много работы. Поговорите с мужем, если вам что-то нужно. Хорошо. Выскочил и забыл, куда выскочил. Нам или возвращаться, делать квест, или заявиться на арену, может быть, там уже созрели. Ага, капитан Марет две канистры мутагена от нас требует, но у нас она уже есть. Она это кто? Канистра 2. Победите всех на арене. Ну пойдемте кого-нибудь еще победим. Вроде бы доверяли что-то охранять. 10 гильз. Ладно. Охраняй дальше. Или съездить на базу. Опыта дают много. Граждане, мусорьте активней. У нас, правда, конкурент, тут ошивается алфавит. Ага, с Гарри можно поговорить. Не хочу с ним разговаривать. Мы сами справимся. А может быть, мы не сможем сейчас начать бой, пока с ним не поговорим, потому что он же нам сказал попозже зайди. А откуда мы знаем, как в игре отмечается это самое попозже, то есть что-то должно произойти. Ланиста, Идрен Батон, я готов к следующему матчу.
Ты выступишь против Аспида. Победи его и станешь настоящим гладиатором. И сейчас ты выступаешь в прайм-тайм. Постарайся, я не знаю, ну, развлечь толпу. Начать матч. У меня такое ощущение, что надо было ставить щит. Добро пожаловать, любители крови, маньяки. Сегодня дисбулимия будет на оба этих несчастных, на обоих несчастных гладиаторов. Сегодня бычий глаз будет биться с одним из наших кровосворачивающих новеньких гладиаторов. Это Джангл. Да прольется море крови. Круто. Яд Проулера. Еще и пещерное ухо. Еще и смылся. Нас вырубит. Оглушена будет на два хода. Отсюда спрячемся. Пускай он к нам бежит. Надо было вылечиться. Мы потеряли 220 и потеряем еще больше. Все вырубило нас. Ух ты, крыса! А мог бы поближе подбежать. Можно мы уже очнемся? Видимо, нельзя. Восемнадцать. И мы через ход умрем. Умрем красиво. А как на арену заходить, что ли, уже с этими? Он ходит первый. А сейчас мы ходим, смотрите-ка. И за угол. Пускай бежит. Вот так. А, спит. 370 здоровья. И щит даже не полностью заряжен. Ты меня не уважаешь? Смеется. Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Промазал. Промазал. Ух, говорит, глубоко вошло. А ты думал. Ух ты, хитрый, а. Рыбий глаз. Так, чем бы его взять? Привет. Пока. Семьдесят, ну. 225. Осталось 26 здоровья. Хороший выстрел. Стрелять научись. Вот твоя правда. Научусь потом. Вылечился. Хорошо, что он с разбегу бежал стрелять. Семьдесят.
Вот и все. Стреляй там, чист такой. И упал. Доминация. Это было невероятно. Бычий глаз был... был повержен. Но что это? Толпа безумствует, я не могу ее усмирить. Невероятно. Этого гладиатора ждет великолепное будущее. А теперь, кровавые маньяки, до встречи в следующий раз. Неизвестно, как нас тут встретят. Поэтому мы сразу сейчас... подготовимся. Какой-то он такой был. На удачу. Один раз он первый ходил, и нам досталось практически без зазора. А мы ходили, мы его не почувствовали. Ты дурень, он смеется. Я не могу в это поверить. Ты точно знаешь, как развлечь толпу. Они все кричали: «Firestarter, поджигатель, поджигатель». Знаешь ли ты, как часто претендент настолько нравится зрителям в свой первый бой с гладиатором? Знаешь? Дай угадай, это большая редкость? Это большая редкость. Слушай меня внимательно, ты должен продолжать в том же духе. Теперь ты гладиатор, толпа любит тебя. Не смей соскакивать сейчас, когда катятся головы. Ты меня слышишь, дурень? Некоторые готовы убить, чтобы попасть туда, где... вот твои деньги, и отныне их будет становиться все больше и больше. Дает вам 300 хоронов. А о враче расскажешь в той комнате? Он целитель-гробовщик. А, то есть он здесь работал пару лет. Понятно, это ничего не изменилось. Увидимся позже. Доктор, а люди меня все время почему-то спрашивают, почему вы держите мертвых рядом с живыми, это же не гигиенично. А я на этот вопрос никогда не отвечаю, смеется. Создатели игры какие-то странные отношения с врачами, вы помните? Или это в Core City у них только такие наклонности? Этажом выше. А на этом же этаже, доктор. Не совсем в себе. И этот с особенностями. Пришел устроить еще больше резни, Firestarter. Ну, типа того. Следующий твой противник — Детонатор. Это твой первый бой как гладиатора, так что сохраняй спокойствие, я не знаю, задоминирую его. Ты готов? Да, капитан. О, вот это номер. Он в железных латах. Вы не видите, как что-то там летит через воздух? Наш всеми любимый мастер-взрыватель вызвал на бой нового гладиатора, и теперь они будут драться друг против друга. Два представителя гладиаторской семьи. Firestarter. Этот молодой гладиатор показывает, что у него нет сожаления и нет страха. Нет жалости и нет страха. Но сейчас гладиаторы... готовы ли вы к бою? Сейчас увидим. Неплохое начало. Этим уже не можем. Ну, 198.
Ты нашел время промахиваться. Вот это номер. Отсюда нам может и не хватить. Несгораемый. Блин, бутон. Ты? Только он с этой стороны побежал, а он не побежал с этой стороны. Позвеним. Бомбу кинет, недаром же он взрыватель. Хотя что это я убежал? Он устал. Отдохни. Семьдесят три осталось. Наверняка у него и от холода тоже этот спасает. Не понадобилось. А еще гладиатор у вас есть? Великолепная казнь. Раз, два, три. Ну, моя математика, конечно, плоха, но наши гладиаторы, похоже, остался из них всего лишь один. И, похоже, этот жестокий матч взрыватель не пережил. Дорогие маньяки, на сегодня это все. Увидимся в следующий раз. И будем такими же кровавыми, как сегодня. По сравнению с тем, быдло населением, которое мы встречали в катакомбах, это какие-то не гладиаторы, а так. Театр, это ушный. Ланиста. Он смеется. Хорошо, хорошо. Я знал, что ты не сдуешься перед детонатором. Он продолжает смеяться. Ты знаешь порядок, вот это тебе. Он дает 400 хоронов. Я готов к следующему матчу. Этот парень не дурень, поверь. Химикат его имя. Если ты видел его бои, ты знаешь, что когда он расправляется со своими противниками, то от них остается лишь лужа расплавленной слизи. Не позволяет ему тебя напугать. Ты сможешь его уделать. Да мы-то да. Оба-на. Песиками. Мы... Извиняемся за то, что немного припозднились сегодня, но зато сейчас наш любимый химик, химический агент и его собачки, а с другой стороны, напротив, через бассейн, Firestarter. Оба продемонстрировали абсолютное умение выживать и великолепные боевые навыки. Знаете, я не могу разделить свою любовную химию между этими двумя гладиаторами. Да будет на них обоих бассейн крови. Мимо. Вот это попал. Три раза стрелять можно, да? Ладно, делаем вот так. Сначала химикат. Потом вот так. Так больно. Жопе легче, как говорят французы. Собачки ушли. А ты куда ушел? Я-то прилипший.
Один ход еще. Поболеем. Так, пройдем. И теперь вылечимся. Ну и вы где? Надо было щит хоть включить, то что я вообще расслабился. Вот он. Анабис. Минус собачка. А ты почему не минус? У него здоровье осталось. Так он потухнет. Собакин. Еще и в камеру влепили. Это было шикарно. Это был один из жесточайших матчей на арене, дорогие маньяки. Firestarter только что убил всех, включая самого лучшего гладиатора. И кто бы не стоял против него, все были жестоко убиты. Увидимся в следующий раз. Вот все хорошо, мне не нравится, что мы их убиваем. Гладиатор — это все-таки представление, там не всегда убивали. Ланиста, ку-ку. А у тебя неплохо получается. Химикат и его щенки оставались непобежденными, пока не появился ты и не задоминировал их. Он протягивает вам 500 хоронов. И, кстати, одна важная вещь. Я поговорил с кое-кем. Короче говоря, думаю, в смертельном забеге у тебя тоже все будет хорошо. Если ты заинтересован в том, чтобы стать бегуном, поговори со мной. Ой, что-то мы подсели на эту арену. Ну, у нас задача всех победить. Давайте победим. Я готов к следующему матчу. Тогда для тебя у меня новости. Смерть химиката вызвала серьезный шум в положительном смысле. Все только говорят о тебе и твоем доминировании на арене. Для тебя начинается игра по-крупному. Помни об этом. В любом случае, твой противник – хирург. Этого парня можно характеризовать... Ну, я не знаю, как долбанного психопата. Ты думаешь, что это здешние болельщики, кровожадные маньяки? Подумай еще раз. Firestarter. О! Мы уже знаем, что это будет. Доктора любят кровь и кишки, дорогие маньяки. Иначе почему бы они скрывали людей, если бы это было не так? Вы знаете его. Вы любите его. Это хирург. Но вы знаете, кто любит боль и кровь, который бодрит себя жуткими криками перед боем. Это Firestarter. Ну и кто же сегодня будет смыт в канализацию? Сейчас будет меня пугать. О! Не будет пугать, он мне резать прям будет сразу. Во-первых, охолонись. Это прям как не родной. Во-вторых, щит. Во-вторых, на 132 влепили ему крит. И ждем, очнулся. Держи, хирург. До свидания. Извините, что так быстро. Ой-ой-ой. Лицензия хирурга была только что аннулирована. Firestarter снова победил. Возможно, у нас впереди еще очень много великолепных матчей с этим гладиаторами. Я чувствую это. Но на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Не,
но это надо человека просто с голыми руками, с какой-то сеткой. На такого отморозка, как мы, выпустили. Он говорит, хирург, он любит резьбу по дереву. Наверное, надо. Сохранится. А когда они закончатся у вас гладиаторы ланисты? О, я даже не буду ничего говорить. Просто деньги возьми, он протягивает вам 600 хоронов. Ладно, давай следующего. Против тебя будет трах. Этот парень весьма неприятный зонер, позволь тебе сказать. Он просто задоминировал всех на своем пути. Как будто этого было недостаточно, он притащил с собой плазменного стража. И я не знаю, он стал доминировать еще больше. Но он не лучше, чем ты, так что иди туда и завали этого трубочиста и отправь его хламоботов на свалку. Ага, будет робот. Любители нашей матчи? Да, великолепный Леонид, да, но сегодня будет еще лучше. Сегодня последний матч, который будет самым шокирующим из всех. Конечно же, мы говорим о Запе. Мы только что выдернули его из дроп-зоны. Его он причиняет боль и страдания. Всему, до чего сможет дотронуться. И, конечно, с ним его плазменный дружок. Но, тем не менее, Firestarter – тяжелая мишень. И один из этих матчей, которые войдут в аналы и шокируют вас до самого основания, дорогие маньяки. Пристегните ремни, и мы начинаем. Зап! Firestarter! Заводите моторы. Вот только что не первые стреляют. Хорошо, что он косой. Нет, упал один раз. Два. Угу. А вот, чтобы обоим... Уже лучше. Вот прям хорошо сейчас было. А докинешь, чтобы они еще и загорелись? Ну, в целом молодец. Тогда давай. Плазменный страж. И пока он там стоит, мы вот сюда и поставим здесь ловушку на него. Потушите, потушите! А сколько у него здоровья осталось? 189. Ага, надо будет выбежать. Но у плазменного стража 89. Отсюда 22. Ну, на удачу. Ну, с удачей у нас не очень. Но он пока боится. Горю, помогите. С винтовки. 74. Так лучше. 26. К сожалению, он не догорит. Поэтому мы поможем. Брык. Свидание. Неостановимый. Может ли хоть кто-нибудь остановить эту машину убийств? Зап пытался, но у него сели батарейки. Сегодня мы видели матч настолько суровый, насколько они могут быть. Арена никогда не утопала в крови настолько глубоко. Спасибо вам за ваше внимание и до следующих встреч. Мы даже не вспотели, ну как так? Ой-ой-ой, оно успели вылечиться. Я заметил, что мы бутылки, которые купили у доктора, не вложили в слот. Это
на минус. Ага, флешка с нами, интересно. Для чего бы она нам еще до сих пор нужна была? И где-то батарейки. Ослепительные гранаты у нас где-то должны быть еще. Нету. Ладно. В общем, все прикольные, но после того, через что мы прошли, они все-таки не очень. Сели батарейки, он смеется. Проклятие, Джерри. Хорошо, у тебя все-таки чувство юмора. А что для тебя, Firestarter, это был хардкор. Айнова никто не ожидал от тебя. Прими еще один маленький совет от меня. Не позволяй всем этим победам скружить тебе голову. Никто не является неуязвимым, понимаешь? Он протягивает вам 700 хоронов. Это да. А сколько у нас денег уже? Зачем нам столько? У нас уже 8,5... 8,8... Давайте, знаете, что сделаем? Выйдем наружу. Гарри там околачивается или нет? Он же говорит, я не хочу, чтобы слишком рано. Мы уже довольно дело тут наворотили. Может быть, он с нами заговорит снова? Гарри. Джангл беспощаден, как всегда. Смотрите, как расширилось. А смертельный забег вы тоже смотрите? Мы так... Издалека начнем, потом зададим неожиданный вопрос, который нас действительно интересует. Да, честно говоря, я не настолько в восторге от него, как от арены. Это весело, это жестоко, это смерть, но... Смотреть, как гладиаторы сходятся лицом к лицу, целеустремленные, яркие, яростные. Это для меня куда интереснее, чем то, что как кто-то просто дергает за рычаг. А еще смертельному забегу не хватает живой толпы, что снижает для меня накал эмоций. Слышать, как столько ртов кричат «Убей, убей!» От этого я никогда не устаю. В общем, это интересная диковинка для многих, но ему никогда не сравнится с ареной. А кто ваш любимый гладиатор? Дайте подумать. Потрошила просто восхитительно. Красота, мастерство, жестокость, у нее есть все. Но я все же поставлю ее на второе место. Мой топовый гладиатор, властелин ужаса. Это он является теперешним Инвиктусом. Но у меня такое предчувствие, что это ненадолго, он подмигивает. Так, у нас дела. До свидания. Я вот только что понял, что драться я дальше не хочу. Повелитель ужаса, это который делает вот такие вот те копии. А это смерть вообще моментально, от них спасения нет. Только беготня. А бегать там негде. Причем бегать надо 2-3 хода. Пока у нас не будет такого же чего-то. Лучше в них не соваться. Вот додж надо будет качать. Следующий уровень, я надеюсь, будет с очком вот этим. Я качну волю. Но остальное уже не так важно. Потому что он нас просто порвет. Давайте еще разок. Надеюсь, это был не он. Пришел устроить еще больше резни. Ну да, готов к следующему матчу. У тебя заканчиваются оппоненты. В последнее время немного гладиаторов готовы встать против тебя. Собственно говоря, только один остался по-прежнему готов драться с тобой. И так просто он не сдастся. Сигийский экзорцист. На данный момент уступает только властелину ужаса, нынешнему Инвиктусу. Не буду тебе врать, он ублюдок. Удачи.
спасибо. Надо было этот же съесть. Япона, мама. Хотя бы бутерброд. Дедуля какой-то стоит, нам пипец. Добро пожаловать обратно в фантастический дворец ужасов и битв. Два гладиатора, которые, конечно, вы все знаете на арене. Так как вы смотрите ее давным-давно. И вы любите их обоих. Но сегодня один из них должен пасть. Кровавый бассейн. И без сомнения, этот день запомнят все. Фаерстартер. Неостановимый. Машина убийств. Стигийский экзорцист. Все еще загадочный. Все еще жестокий. Оба непобедимы. Оба умелые бойцы. Ага, ходим все-таки мы. Дедуля. Физкульт, привет. Стух. 232. Очнулся. А что будет, если дедульки зарядить с винтовки с СВД? А вот так. Чуть притушили. Мы спрячемся, потому что дедок нехороший, у него взгляд. Он вылечился. Подбежал, скорее всего, на мосту где-то стоит вот здесь. Привет. Мы можем дедулю пока запалить. Ты заплатишь за это. Усни пока. Первый же патроном. До свидания. Монструозная битва. Стигийский экзорцист. Смерть стигийского экзорциста только что открыла путь для Фаерстартера. Для битвы с темным лордом. Будет ли это битва? Победит ли его Фаерстартер и станет ли он Инвиктусом? Или станет один из 56 гладиаторов, которых уже победил Повелитель Ужаса. Мы узнаем об этом позже. А на сегодня все, и до встречи в следующей серии. Теперь точно это темный лорд. И это точно психотик. Вот, вернее, с этими тенями. И нам точно пипец. Потому что не зря на вот этих тошнотиков подсовывают. Нас размягчают. Планиста. Хорошо, хорошо, Фаерстартер. Теперь ты находишься в одном шаге от титула Инвиктуса. Вот награда за этот матч. 800 харонов. Дальше произойдет вот что. Ты иди отдохни, а я организую поединок между тобой и Властелином Ужаса. Обязательно хорошо отдохни и зайди ко мне позже. Вот такие пироги. Денег заработали, которые нам и даром не нужны были. Уж послала, так послала. Гарри, интересно, заговорит с нами или нам надо будет с ним поговорить самим? Заговорил. Гарри встречает вас улыбкой. Ну и ну, Фаерстартер. Посмотрите только, вас никому не остановить. Только один противник остался между вами и высшим титулом. Инвиктус. Хорошее должно быть чувство.
А можете ли вы рассказать что-нибудь об этом противнике? Ну, не могу вам многого рассказать, кроме того, что у вас будет очень сложный противник. Не каждый может стать Инвиктусом, знаете ли. Я только хотел пожелать вам удачи. У меня нет для вас совета относительно Властелина Ужаса. Да я и не думаю, что он вам нужен. Спасибо за честность. Пожалуйста. И послушайте, мой дорогой друг, будучи энтузиастом, я всегда стараюсь оказаться так близко, как и только могу, к кровопролитию. Я бы не смог пропустить этот матч, даже если это убьет меня. Он смеется. Увидимся, Firestarter. Увидимся, Гарри. У меня такое ощущение, что мы только что с повелителем ужаса и поговорили. А то ходит тут в капюшонах, ужас наводит. Просто не почувствовали. У меня чувство стыда легкое осталось. Ну-ка. Парнем сейчас поговорим. Что могу вам предложить, дружище? Обмен. Ему нужно две еды. Забирай одну. А может быть что-нибудь красавчик знает? Повелитель ужаса. Я понимаю уже примерно чего ждать и что он расскажет, но мне интересно просто. Он смотрит по сторонам и шепчет: «Приятель, есть что пожрать». Мне нужна кое-какая особая информация. Покажи еду и начнем. Пока ничего не нужно. Джон, извини, я разочарован, я голоден. Я б тебя так угостил, но видишь, ты не ешь за бесплатно. С одной стороны, молодец, с другой стороны, голодный. Ничего у него нет. В общем, я собираюсь ехать обратно домой. На южную станцию, там поговорим с кем надо, узнаем, что какая помощь нужна. В общем, немножко отвлечемся мы и так на арене всю серию провели. Не то чтобы это было совсем неинтересно, но как-то, повторюсь, слишком уж мы круты для них. Приспособиться и преодолеть, сказал Эйден. Он основатель института. JKK. Попробовать в офис. А, давайте уже с этими разберемся. Вот этот квест, который человек у нас на южной станции. И... влететь в ячейку их найти. Мо. Старый странник однажды пришел ко мне и отведал мою еду. И он больше никуда не странствует. Мо, я тебе верю. Он, наверное, боится отойти от туалета. На недопустимо большое расстояние. Ему нужна одна еда. А вот я тебе ничего не дам. Котик. Сменим мы немножко направление нашей деятельности. Вернемся домой. Нам правильно сказали, хорошо отдохнуть. Но я это расценил как еще один уровень. Потому что невероятно жесткие эти тени, которых вызывают. Каждый раз, когда они появлялись, нам приходилось прям очень сложно.
столовой, наверное, он. Ленокс, наверное, вот это он. Ленокс и какая-то у него фамилия там. Пирс. Это он. Узнаем, что ему нужно, чтобы на отдыхе было чем, о чем подумать. Ленокс. Мужчина молча уставился в свой почти пустой стакан. Явно находится в глубоких раздумьях. Ленокс Пирс. Взгляд его фокусируется, он возвращается в реальность и поднимает голову, показывая мертвенно-бледненное лицо. Его глаза вяло фокусируются на вас, и он начинает говорить заплетающимся языком, обдаваясь парами алкоголя. Что? Пауза. Да. То есть да, я Ленокс Пирс. А вы? Джек Сильвер послал меня поговорить с вами. Вы можете назвать меня Джангл. Приятно познакомиться, Джангл. Как ваши дела? Вы не возражаете, если мы перейдем сразу к делу? Там был вариант. Мне крысоволк палец на ноге откусил, а в целом дела хорошо. Вовсе нет. Как видите, я не очень силен в этих вещах. Он улыбается. К тому же тяжелые мысли еще больше отвлекают меня, поэтому мне нужна ваша помощь. Так вот, Джангл, я хочу, чтобы вы помогли мне узнать, как умер мой брат. Пэт. Патрик Пирс, мой брат, приехал на станцию Южные Ворота больше года назад. Он был хорошим человеком, разбирался в электронике. Он с ней работал здесь, мой дорогой Пат. Его голос начинает дрожать, но он берет себя в руки. Где-то месяц, я думаю, полтора месяца, возможно, назад он был найден мертвым в своей комнате. В постели, мертвым. Я приехал сюда узнать, что случилось, а мне сказали, что он умер во сне. Таннер, советник, он сказал мне, что доктор Паскаль осмотрел его, тело Патрика, но не установил точную причину смерти. А как такое может быть? Как не установить причину смерти? Ладно, Ленокс, успокойтесь, успокойтесь, что я могу для вас сделать? Да пошло на все. Поверьте мне, здесь что-то нечисто, мой брат был здоровым человеком. У него болела спина, да, но это не все. Я должен знать правду. Если что-то... Если это была авария, вдруг они это скрывают. А что, если его кто-то убил? Это не даст мне покоя. Таннер не хочет мне больше помогать. Он решил, что дело закрыто. Но не я. Я так не уверен. Причина смерти неизвестна. А, конечно. Я помогу вам, мы узнаем, что в действительности случилось с вашим братом. Пожалуйста, простите меня, я не могу сдерживать эмоции, и... Мне очень больно, он был моим старшим братом, у меня больше никого нет. Слушайте, извините, если я недостаточно понятно изъясняюсь, я очень устал. Я плохо сплю. Если вам нужно будет спросить у меня что-нибудь, я буду здесь. Чуть не забыл, он вручает вам ключ-карту. Это ключ от комнаты моего брата. На всякий случай, если вам надо осмотреть комнату, возьмите его. Сначала я хотел бы с вами поговорить. Спрашивайте все, что вам надо. Расскажите все, что можно о вашем брате. Он был хорошим человеком, трудолюбивым, целеустремленным. И был самым лучшим братом на свете. Я просто не могу случившееся этот... так просто оставить, понимаешь? У меня ужасное чувство, что в его смерти не все чисто, а эти уроды не говорят мне правду. Я это знаю, проклятие, я это знаю. А что с ним случилось? Он этого не заслужил, я могу поклясться. А какие у вас предположения о причине смерти? Не знаю, но что-то не так, совсем не так, как они рассказывают. Здоровый человек умирает во сне без видимой причины. А они мне говорят, что дальнейшее расследование не имеет смысла. Никаких следов насилия или, как они там сказали, естественная смерть. Вот для чего здесь вы.
Я хочу знать правду. До свидания. Вот это да. Совершенно неожиданное задание. Я уже приготовился куда-нибудь опять лезть. За маленьким цветочком. А мы, оказывается, теперь детектив. Сам делишний доктор. А нет, просто чудик в пиджаке. Где у нас-то киса? Котя, ты на кухне? Вот он. Попрошайничаешь? Тебе привет из Курсити. Конечно же, мы начнем с лазарета. Разговаривать с доктором. Таннер мутный тип, совершенно никак себя не проявил как хоть какой-то вменяемый человечный руководитель, поэтому с ним, я думаю, разговаривать особого смысла нет. А возможно пригодилось бы запугивание, но оно у нас не сильно, мягко говоря, развито. А то запугивание, которое у нас есть, оно, к сожалению, только в боевом режиме можно его использовать. Напугаем, он там умрет от страха. В общем, задание интересное. Начнем в следующий раз с разговора с доктором, а там уже как пойдет. Я, честно говоря, прям обалдел от неожиданности, это очень здорово. С нетерпением жду продолжения. А на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи вам и пока. Арену мы сегодня встряхнули на все деньги. Но следующая серия, по-моему, будет еще интереснее.